Всем привет! Сейчас я покажу вам, как правильно обслужить Aegis Boost Plus. Для начала выключите устройство. Снимите картридж при помощи небольшой кнопки. Извлеките испаритель, лучше всего для этого использовать какую-нибудь отверточку или же специальный ключик. Возьмите новый испаритель и хорошенько прокапайте его со всех сторон и даже сверху. Установите испаритель в картридж. Заправьте картридж, поставьте его обратно на мод. И подождите буквально 5 минут для того, чтобы испаритель хорошенько пропитался жидкостью и вы не словили гарик в первые секунды парения. Спасибо за просмотр, до встречи!